Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 25, упражнение номер 28. Аня и Лена вместе купили столько же тетради, сколько Катя и Нина. Сколько тетради купила Аня, если Нина купила 3 тетради? Лена 4, а Катя 5 тетрадей. Итак, из условия задачи нам известно, что Аня и Лена купили столько же тетради, сколько Катя и Нина. Нужно узнать, сколько тетрадей купила Аня. Если нам известно, что Нина купила 3 тетради, Лена 4, а Катя 5 тетрадей. Давайте сначала узнаем, сколько всего тетради купили Катя и Нина. Катя купила 7 тетрадей, а Нина 3. Чтобы узнать, сколько они купили всего, к 7 прибавим 3. Получится 10. 10 тетрадей купили Катя и Нина. А Аня и Лена купили столько же, то есть 10 тетрадей. И нам известно, что Лена купила 4 тетради. Чтобы узнать, сколько тетрадей купила Аня, нужно из 10 вычесть 4. Получится 6. 6 тетрадей купила Аня. Мы дали ответ на вопрос задачи, записываем слово-ответ, ставим две точки и пишем 6 тетрадей, точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.